Катерина, вы сегодня присутствовали практически на всей сессии. Расскажите ваше впечатление о процессе и о результате, как жена мэра города. Я всецело старалась его поддерживать, приехала сюда специально для этого. Я знаю, сколько он сил положил для того, чтобы сделать изменения реальные в этом городе. Не просто номинально красивые цифры какие-то, а так, чтобы люди видели изменения реальные. Такие, как придомовые подъезды к дому, которые 25 лет никто не ремонтировал, фонари в скверах, проспект Октябрьский, который тоже был освещен. То есть для меня всегда очень трепетно я воспринимала комментарии негативного плана, когда люди говорят, ничего не меняется, пришел какой-то мальчик, что-то хочет делать, и по факту никакого результата его работы нет. Я считаю, что это абсолютная манипуляция, скажем так, в политических интересах определенных групп. И результаты, которые были достигнуты за этот период времени, они очевидны. Как вам сессия? Вы о результатах сейчас сказали, о его работе. Сессия, как вам? Процесс? Я вижу, что он переживал. Мне так показалось. Вел он себя идеально достойно. Я им горжусь. Вот этот формат мальчика для битья, наверное, его тоже стоило пройти в определенный период времени. Я уверена, что это сделает его только сильнее. И я думаю, что вот этот вот момент, когда мы все снимаем розовые очки, а ведь Саша у нас очень большой идеалист, он всегда стремится к чему-то высокому, светлому, большому в этой жизни. И я думаю, что для него это будет очень полезный опыт, и он определенно сделает из него свои выводы. Некоторым депутатам с фракции самопомощи, что бы вы сказали коротко? Я считаю, что некоторые депутаты самопомощи недостойные, ну, как минимум, моего внимания, определенные. А некоторые депутаты самопомощи на самом деле показали себя как настоящие члены команды. И это очень ценно. В разных ситуациях ребята проявляли себя как настоящие игроки и люди, которые всегда борются за результат. Пойдет он еще раз в мэры, будете его поддерживать, и что вы будете ему советовать? Я буду поддерживать его в любой ситуации. Я не скажу, что я была счастлива эти 2 года не видеть его в принципе. И уверена, что мои дети будут рады, если он будет бывать чаще дома. Но мне кажется, что ничего кардинально не изменится. Я думаю, что у него есть миссия, он ее для себя выбрал, и я уверена, что он будет идти дальше. Что бы вы сказали избирателям вашего мужа? Смотрите на результаты, смотрите в глаза реальному человеку, общайтесь с ним, ведь он специально выбрал формат общения с каждым. Он говорит, я должен достучаться до каждого. Для меня важны люди, которые видят реальные результаты, и я очень счастлив, что кому-то я смог улучшить жизнь.